Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников, знакомиться с их автобиографией. Джузеппе Пьямонтини. Итальянский скульптор начал свою карьеру в мастерской Джованни Баттисты Фаджини в Флоренции. Данных немного, но вот все, что мне удалось найти. Родился в 1664 году. С 1681 по 1686 год он учился в Академии Фиорентино в Риме у Эрколе Ферратте и Чиро Ферри вместе с другими учениками Джованни Камилло Катени, Франческо Чиамминги. Выполнил круговые рельефы из глазурованной терракотты, изображающие Крестово-Воздвиженский собор по эскизам Ферри, выполненный по заказу Казима III. Монастырской церкви святого Пьетро де Алькантара в Монтелупо. Работы «Низложение», «Погребение», «Самобичевание». Был близким последователем Джамбаттисты Фарджини, основателя школы флорентийской скульптуры в стиле позднего барокко, которая процветала при последних представителях династии великих герцогов Медичи. Когда он вернулся во Флоренцию, наследник престола великий принц Фердинандо проявил особый интерес к художнику, возможно, отчасти потому, что они были почти ровесниками, и заказал у него много скульптур. Умер в 1742 году. Вот так вкратце из тех данных, которых мне удалось найти в интернете, о итальянском скульпторе Джузеппе Пьямонтини. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.